Высоким урожаем порадовали страну земледельцы Украины. Они продали государству свыше 1 миллиарда 100 миллионов пудов хлеба. Такое количество зерна заготовлено впервые. С замечательной победой украинских хлеборобов тепло и сердечно поздравил Леонид Ильич Брежнев. Весомый вклад в трудовой успех республики внесли земледельцы Винницкой области. Давняя дружба связывает хлеборобов колхоза «Дорога Ленина» с механизаторами братских республик. В горячие дни страды вместе с украинскими земледельцами работали комбайнеры из Молдавии и Азербайджана. Прогрессивная технология уборки по методу ипатовских тружеников сельского хозяйства широко применялась на полях Украины. Это позволило в кратчайшие сроки и без потерь завершить жатву юбилейного года.